Сирии нет гражданской войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны в ответ на слова помощника генерального секретаря ООН. Глава дипведомства подчеркнул, что то, что происходит в Сирии, это война с вооруженными группировками, которые встали на путь терроризма. Между тем, повстанцы сообщают, что армия подвергла новой ракетной атаке город Хомс. Они говорят, что вынуждены были оставить и местечко Аль-Хефа и призывают мировое сообщество вмешаться. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в среду подчеркнул, что не считает военную интервенцию лучшим выходом из положения в Сирии. Эти кадры сделаны британским корреспондентом, который направлялся вместе с наблюдателями ООН из Хомса в Растан. Всюду разрушенные дома и сгоревшие танки. Жители бегут из города, опасаясь новых обстрелов. По данным турецкой стороны, за последние двое суток границу пересекли более 2000 беженцев. В Аль-Хефе и близлежащих деревнях бесчинствуют мародеры. Наблюдатели все чаще попадаются под горячую руку обеим враждующим сторонам и отчаявшимся от насилия мирным жителям.